Спасибо, что сегодня в среду, в самый разгар дня, вы нашли время и пришли послушать меня и моих коллег. Презентация называется «Кросс-маркетинг для финансовой организации». И в первую очередь я не сторонник аббревиатуры и сложных терминов, поэтому хочу пояснить, что под кросс-маркетингом я понимаю совместную активность двух сервисов, которые дополняют друг друга и позволяют быстрее достигать поставленных целей, будь то заработать денег, привлечь клиентов или просто получить пиар-эффект. Сегодня я буду рассказывать о кейсах, которые были реализованы в Яндекс.Деньгах. У нас все-таки практическая конференция, и за теперь уже 10 минут я постараюсь ответить на 4 вопроса. Работают ли акции с мерчантами? Как именно работает кросс-маркетинг для двух финансовых организаций? Какие инструменты позволят привлечь юридических лиц? И чем именно важен кросс-маркетинг для Яндекс.Денег?